Ну что, всем привет, дорогие мои подписчики и не только подписчики, хотя лучше бы вы были подписчиками, конечно. А Game Dragon на связи, как обычно. Э, в последнее время это не я, как обычно, но тем не менее. Я надеюсь, что все это вернется на круги своя. Вот. Э, значится. Расскажу немножечко о том, что произошло. Меня не было в эфире. Ну можно грубо сказать, почти полтора месяца. Там редкие выбросы. Вот. Я не считаю. Значит. Э, предпосылки к этому достаточно простые. в какой-то момент youtube канал, который не приносит кроме удовлетворения никакой другой отдачи начинает превращаться когда есть обязательства начинает превращаться в рутину, начинает превращаться в работу. И вот Славик недавно буквально об этом писал, Славик одессит, да, ну записывал, рассказывал, значит, что это превращается в рутину, это превращается в работу, ты начинаешь себя заставлять записывать, ты начинаешь думать, а во что бы поиграть, что бы меня еще не так воротит, и надо же как бы какую-то серию закончить и то прочее десятое, и это превращается в рутину. Но ну вот если у Славика, для него он посвятил всю свою жизнь каналу, то я, как бы вы знаете, работал, все, здесь вот переехал в Лондон. И с октября, конца, считайте, с ноября я был занят поисками работы. И когда ты начинаешь жить в минус и все ищешь работу то как бы становится немножко не до игр, не до канала, который не приносит. Если бы я, допустим, знал, что канал я могу сосредоточиться, он начнет приносить какой-то доход, сопоставимый с, там, с худой бедной работой, да, то это еще как бы ничего. Можно было бы сосредоточиться. Но когда ты понимаешь, что надо искать работу, и оно здесь не совсем все клеится и прочее, десятое, пятое, то энтузизм YouTube канала как-то очень быстро проходит. Соответственно, это вот одна из предпосылок, которая и привела к тому, что я какое-то время не записывал. Просто мне было не было желания не вещать на публику, не говорить. Но я не говорю, что я не игрался. Нет, я игрался, да, но тем не менее это было хаотично. Это было не для серии. Сегодня в одно, завтра в другое, через час выключил третье. То есть... Whatever you want, как говорится, то есть что хотите, то и, и играйте, то и записывайте. Я очки снял, не вижу сколько там хронометраж, поэтому щурюсь, простите. Вот, а, следующее, значит, следующее, это я уже тоже назвал, как говорится, как это. дальше было раньше. Это когда превращается в определенную работу, когда у тебя есть облигейшн определенный, да, то есть когда у тебя есть ответственность перед зрителем, что вот они же ждут, ты должен что-то выпустить, и они ждут это, а ты это играть не хочешь, и это становится работой. Вот когда вы приходите, у вас есть задачи, которые вам надо делать. Хотите вы, не хотите, вам надо делать. Но там вы знаете, что в конце месяца вы получаете зарплату, вы понимаете, ради чего вы корячитесь. А когда ты ничего не получаешь, и даже это удовольствие уже не приносит, это начинает превращаться в плохую работу. Поэтому была такая легкая пауза, и я надеюсь, что оно пройдет. Значит, я нашел работу, вот, сегодня у нас 18 апреля, вот, у меня был два дня назад день рождения, никто из вас не поздравил меня, к сожалению, в отличие от прошлых лет, вот, кажется, пока не скажешь, ничего не будет, ну, пусть останется это на вашей совести, ха-ха-ха, шучу, вот, завтра я иду на работу, вот, и если кто-то знает, кто-то не знает, я последние там 6 лет, даже 7, наверное, посвятил менеджменту в IT, то завтра я выхожу на работу как 3D-визуализатор для архитектурно-интерьерных проектов. Вот. Это то, чем я занимался до того, как стал проектным менеджером в IT. Вот. То есть начиная где-то с 2000 года я занимался визуализациями, 3D моделированием такими вещами. Вот, поэтому я выхожу вот и я вам скажу, то есть нужны люди, которые будут делать руками здесь. Вот я иду как человек, который будет делать руками. Последние две недели я на них работал почти три, считайте, на них работал из дома. Вот это был такой для меня ударный темп, потому что частенько я и ночами там сидел, подрендеривал и домоделивал. Ну, в общем, такое. Машина шестилетней давности, уже семилетней, считайте, давности. Вот, она не совсем в состоянии выдерживать тот ритм рендера и те нагрузки. Но, ну, тем не менее, тем не менее, я надеюсь, она писалась, Потому что сообщение на экран вылезло. И тем не менее, я иду и посмотрим, насколько это все, как говорится, продлится, насколько меня хватит этого всего. Соответственно, настроение немножко у меня улучшилось, естественно, потому что я начал, как говорится, зарабатывать. Эти три недели я работал из дома не за бесплатно. Вот, знаешь, говорю, я за эти три недели практически не игрался. То есть я с утра до вечера сидел. А еще так наложилось, у малого были каникулы здесь две недели, и я был дома с малым, мне надо было и за малым следить, и работать. Ну, в общем, короче, был дурдом. Вот, вчера я выпустил серию Endless Space, я игрой доволен, вот, так что будем, наверное, продолжать. Вы, конечно, слабо ставите лайки, вы слабо его смотрите, вот, ну, не знаю, посмотрю. Может быть что-то другое будет, может, Endless Space, посмотрю по желанию. Опять же, сейчас я буду снимать себе по желанию, чтобы мне было это в кайф. Вот, так как от пользователей, да зрителей как-то отдача идет слабенькая, поэтому я буду делать то, что мне нравится. Если у меня каким-то образом переформируется аудитория на канале, ну, значит, так и быть. То есть я для себя уже поставил крест на YouTube-канале, то есть мне там не достичь 100 тысяч, там, да, бла-бла-бла, вся эта фигня. Вот, но тем не менее, тем не менее, у меня в планах есть купить вебку ближе к началу мая, вот, добавить свою рожу лица во время игр. Посмотрим, как это будет. Если я себя восприму на камеру в играх, я ее оставлю. Возможно, будет где-то, где-то не будет. Вот, посмотрим. В любом случае, я думаю, вам будет это интереснее какое-то разнообразие. Вот. Жалко, что я не вижу из ребят из старой, как говорится, когорты в комментариях. Ну, основной массы старой, да. Возможно, я буду еще снимать КСП. КСП я вот у меня к нему такая, знаете, любовь странная такая, знаете, расстояние как это, любовь к теще измеряется километрами, да, вот любовь к КСП измеряется временем. Вот в него не поиграешь, вот он надоел, он уже вот здесь вот сидит с его долгими загрузками туда-сюда, а не поиграешь в него и так хочется в него играть, запускаешь, начинаешь, сидишь там, ковыряешь. Также, кстати, пару слов о формате видео. Если меня будет хватать, меня, потому что я буду работать, во-первых, вот о работе пару слов еще вернусь. Извините, что я скачу, я вот говорю без сценария, без ничего, такой подкаст мысли, вот, изливаю новости, все, что приходит в голову по теме. Работа у меня жестко будет, у меня работа с 8 утра, 8 утра я уже в офисе должен быть. Официально как бы 8-часовой рабочий день, но мы, ребята, когорты 3D-шников, никогда 8 часов никто не работает. Вот. Как говорит один мой знакомый, хотите работать 8 часов, на завод, пожалуйста. Вот И Работа есть, проект должен быть сделан в определенное время, соответственно, с ним работаем. Вот. Официально как бы я работаю 8 часов плюс один обеденный перерыв в час. То есть официально я должен освобождаться где-то в 16.00, но как оно там будет, час-час 15 езды домой, а, непонятно. То есть реально я на 3D-шник иду, а работать буду вставать как люди на завод в 6 утра, и там в полседьмого я уже должен буду бежать на поезд. Вот, поэтому если меня будет хватать, если я вечером не буду приходить вот такой вот, вот, и падая замертво, возможно, у меня получится снимать монтажные ролики. Вы видели, как это происходило в послед... предпоследнем ролике по Shadow Tactics. Я наиграл, намонтировал, озвучил. Возможно, будут просто врезки, вставки. Вот многие видели, как City Skyline делают, да, то есть он все разговаривает, а убыстренно моделит, 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 что-то там делает. Вот, поэтому, возможно, с КСП будет что-то примерно такое же. Будут монтажные вклейки на ускоренную сборку. Сборку, сборку я буду объяснять, что я там сделал, что достиг. А все вот это перебор деталей, потому что он занимает очень большое количество времени. Вот сидишь, ищешь, та деталька не та. Ну, то есть вот это творческий процесс. Вот от этого получаешь кайф. Это как лего. Который вот здесь у меня тут по всей хате разбросан от малого. Малой собирает такие вот космические корабли, роботы. То есть идет творческий процесс. Вот найти деталечку, поставить, посмотреть, оттестировать. То же самое в КСП. На записи видео оно, конечно, тяжковато. Из игрушек, которые я хотел бы еще поиграть сейчас, это Mountain Blade Warband с некими модами. А мод у меня сейчас стоит Clash of Kings это по песня льда и пламени вот Вестерос и вся фигня потому что я сейчас дослушал все книги как, какие можно было Мартина вот по этой теме и мне захотелось поиграть также стоит это новая Аэти я еще и даже не запускал посмотрим возможно будет какой-то интересный летсплей на данную тему Пару слов о квартире. Я переехал, я, мы переехали на другую квартиру. Она чуть-чуть дешевле, но при этом она достаточно, не знаю, будет видно. Она побольше, это только большая комната. Тут вот сбоку спальня, не знаю, видно, не видно. Там достаточно большая кухня. Тут сейчас немножко раз... А, елки-палки. Разгордаш. Вот у нас тут был брат, он только проводил. Тут еще немножко такой все сумбур, поэтому я так себя Пытаюсь позиционировать, чтобы вам был красивый задник, хотя он и, и, не, и не идеальный. Вот. Это вы, кстати, вот, интересно будет посмотреть, что за окном. Вот. За окном вот такой вот видосик у нас. Ну-ка, вот офигенная старая елка. Вот. Я надеюсь, вам было видно. А... О, моя мордочка стала светлее зато. Вот, вот здесь вот мы живем, теперь нам поближе немножко к транспорту, чем было. Это вот о квартире. По цене, если интересно, вот данная квартира, она нам обошлась в 1250 фунтов в месяц, обходится. По коммунальным, кому интересно, газ и электричество, в среднем по 25-30 фунтов в месяц за каждый. А, интернет, телевизор, телефон тут объединенная всегда. Я взял Virgin, переподключился. Извините, дети не слушайте, но мудаки еще те. Буду еще с ними ругаться. В детали даваться не буду, но ну, хер с ними. Вот. В принципе, я интернетом доволен. 200 мегабит. Все отлично. Кабель, вся фигня. Хотя компьютер работает по Wi-Fi. Даже шнурок не бросал и доволен. Вот, аплодинг идет нормальный, все отлично. стоит сие действо 60 фунтов в месяц. Это с телевизором, со всеми, я же говорю, потрохами. есть еще консультаксы, это как бы типа налог на эрию, да, местный. Он где-то 120-130, в зависимости от типа дома. Вот. что еще в месяц? Таких больше расходов особо нет. То есть где-то тысячу... 1000... 400 это вот вся квартира с расходниками фунтов. Так что посмотрим, я надеюсь, все будет хорошо и нормально. Контракт на год заключили, может продлим. Расположение хорошее, нам квартира нравится, хотя вначале мы когда въехали, мы немножко такие, блин, что мы выбрали, какую-то хрень. Единственный минус, квартира находится на четвертом этаже, но вы с окна видели, а достаточно крутые узкие ступеньки. И вот э, приезжала скорая, в доме есть пенсионеры, приезжала скорая на второй этаж. Они бабулечку погрузили на носилки. И на втором этаже такие стояли и думали: а как бы спустить эти носилки по этой лестнице, так, чтобы бабушку не спустить отдельно от носилок? А потому что, ну, реально. Непонятно как, то есть кто проектировал дом, кто дал разрешение на постройку такого дебильного архитектурного решения, непонятно. Лифта нету, узкие окна, эти лестницы они еще и крутые, В общем капец какой-то. То есть дом для молодежи только. Но опять же, если сломаешь ногу, не дай бог, и тебе надо спускаться, это адовый ад. Что еще у меня в голове такого было, что хотел вам рассказать? А. Тут мне нужен технический специалист. Может быть, кто-то из вас шарит или знает, кто может посоветовать. А у меня полетел внешний винчестер мой терабайтник, на нем там 930 было гигов инфы. А проблема следующая. В один прекрасный день я выключил компьютер с включенным USB этим диском. Он у меня так вот неделю я на нем работал, было все нормально. А на утро включил, и он его не видит. То есть появляется буквочка диска и пустой через какое-то время диск не может быть ну не могу доступиться к диску а вот почитал я короче посмотрел побился проблема следующая то есть диск превратился в raw то есть вот есть такие файлы да для фотографии raw формат да мы их называем raw не не raw а raw вот диск стал RAW, то есть э, на нем полетела партишены, э, полетели, и полетела файловая система, то есть диски э, файлы остались, а файловая система как-то вот похерилась. А, тест диском я его прокатал пару раз, но выскакивает проблема, когда идет deep scan э, в, э, в тест диске, э, вылазит сообщение о том, что э, not, enough, э, not enough size, типа для восстановления, как бы на диске больше информации, чем место или хер его знает, что. Почитал в инете, народ говорит о том, что если, допустим, были несколько разных partition, а в разных форматах, то вот он говорит, что не может. Потому что, грубо говоря, у нас там был в 1 терабайт Partition, да, и другой Partition был там в 900 гигабайт, например. И для. Диск, когда оно все похитилось, теперь получается какой-то partition, ну я так понимаю, partition в терабайт 900, ну в 1.9 терабайта, да? И он, естественно, в терабайт не может его восстановить. И вот что теперь с ним дальше делать, я как бы не знаю. Возможно, если я не решу собственными силами я понесу, найду какую-то контору, чтобы она мне восстановила, потому что у меня там за 10 лет фотографии и всякая фигня нужная, полезная, книги я собирал по той же авиации и все такое прочее. Вот. Музона тоже там собрана с 90-х годов. Вот. Поэтому, когда еще Винам был. А, поэтому мне нужен кто-то, кто может посоветовать или дать мне пинок в правильное русло или что-то почитать. Потому что в интернете как-то все очень так хаотично и на англоязычных сайтах там все очень просто. Вот вы делаете то, 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 то. Это при условии, что у вас никаких ошибок не вылетает. А вот у меня вываливается ошибка и никто конкретно... Описать мне проблему не может. Сам Тест-Диск говорит, а поменяйте джамперы на диске. Может быть, там вы неправильно определяете. Ну какие нафиг джамперы на диске, когда это трансцент 1 гигабайт, вот этот вот серо-зеленый. Так что непонятно. Я уже вот пятый день тут мурыжу, поэтому если кто-то из вас в этом шарит или знает, кто шарит, может помогите мне с ним разобраться. А то обидно будет. Вот, на 17 минут я уже наговорил, наверное, не все сказал, что хотел, как обычно что-то забывается, сценарий я не люблю писать, вот, это не про меня. Я что вижу, то пою. Рад буду, если все-таки вы будете подписываться на канал, ставить лайки, комментить, смотреть хотя бы немножко больше, вот, и у меня появится желание как бы дальше делать, потому что когда ты смотришь что на видео все меньше и меньше просмотров, многие говорят, закончи серию, добей серию до конца, если ты начал прохождение, добей. А меня вообще никак не подстегивает добивать прохождение, когда я вижу, что с каждым следующим видео просмотров в два раза меньше, каждое следующее, то есть так пум-пум-пум-пум. То есть как-то как, -то, как -то становится скучно, хочется играть для себя, а, а, а для других не хочется играть. Вот. Ну, это как-то такое, может быть я и не прав. Майнкрафт, кстати, хотел поиграть, но блин, они взяли, выпустили апдейт э, TerraFirm Node и вся карта похерилась. Короче, все, что мы с вами там на, на, за глиной ходили и прочее, все все это похерилось. Надо снова начинать. А сейчас вот тут вот TerraFirm Craft 2 будет, но ну, я не знаю, я почитал, там релиз будет, наверное, еще очень не скоро, потому что ранняя ранняя Альфа и еда нормально у них не работает еще короче может быть буду продолжать во всяком случае малой малой меня очень просит играть а, в Майнкрафт но ему интересно ходить мочить зомби а, и так как он уже head crazy как говорится с этим совсем то я стараюсь минимум играть то есть на, нацеливать его на какой то на позитивно конструктивный лад давай построим там что-то соберем а он, да, 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 но пошли в подземелье бить монстров, или пошли элдерменов бить, или пошли там в загробный мир, как я его называю, да, вот, ну, поэтому не знаю, посмотрю, пока что на горизонте особо игр нет, кроме, кроме, а, завтра, завтра должен выйти конструктор HD. Блин, это мега игра моего, скажем так, постшкольного или школь, даже школьного э, периода, где вам надо было строить э, домики, квартирки, заселять на районах. Короче, посмотрим. Я думаю, мы в нее обязательно поиграем. Там была уматовейшая графика, уматовейший юмор. Вот, и завтра она должна выйти. Также вышел Лас Вегас для Project Horizon. Возможно, будет. Я посмотрю, сначала немножко сам разберусь с механикой. Вот. Ну, в принципе, с одной стороны, вроде игр немного, в которые хотелось бы реально играть. Я уже таким снобом стал, что капец. Вот. А с другой стороны, вроде есть во что поиграть. Ну, я же говорю, посмотрим, какой я буду приходить домой после работы. Все, ребят, спасибо большое за внимание, если вы осилили этот подкаст до конца. 21 минута почти. Вот, сейчас одену свои глаза, чтобы хоть что-то видеть и вас видеть и и и говорится время. Да, 20 минут, 20 секунд. Все. Всем пока, удачи, увидимся на просторах интернета. Пока-пока. С вами был Game Dragon. Не забывайте подписываться, ставить лайки и общаться. Не забывайте. Вот, все в паблике ВКонтакте, и где там только я ним поставил, заходите, я буду рад. Всем пока!